Идея не провалилась сквозь землю. Проект защитили в Москве. Речь идет о берегоукрепительных работах в Тетюшах. Напомню, мы уже рассказывали, что земля в прямом смысле уходит из-под ног жителей города. Оползневые процессы стремительнее всего проходят на улице врачей Соколовых. Десятки домов, расположенные на берегу Куйбышевского водохранилища, могут оказаться в пропасти. Она постоянно увеличивает границы. Чтобы остановить обрушение, экологи подготовили документы Федеральное агентство водных ресурсов. В итоге проект берегоукрепительных работ защитили. Ожидается, что финансирование начнется в следующем году. Общая стоимость – это 350 миллионов почти берегоукрепительных работ. А вот сколько уж выделят на следующий год, ну, дай бог, хотя бы около 100 миллионов, если выделят, очень хорошо.